Дорогие друзья, всех приветствую на своем канале. Вот, подписчиков и так, кто смотрит. И хочу вам показать, это мой, можно сказать, второй завтрак. Или перекус, потому что завтракаю я. Сначала стакан воды, потом льняной кашей. Развожу или в йогурте греческом или в кефире одну столовую ложку льна, муки льна. Это все набухает, получается такая каша. Вот это я питаюсь по утрам. С понедельника я начну 2 столовые ложки, а потом 3. Ну, как говорится, я очищаю свой кишечник, свой внутренний органы свои. И это получается у меня перекус или второй завтрак. Внутрь я положила адыгейский сыр. Он похож на творог. Что-то такое сочетание творога. Ну, я сейчас разверну, попробую. Покажу вам, конечно. Вот. Такой вот кусочек сыра с зеленью. Он. А это у меня не овсяные блины, а кукурузные блины. Вот такие вот румяные получились кукурузные блинчики. И вот с таким сыром я сейчас позавтракаю. А потом буду пить чай травяный. Стала пить травяные чаи. У меня есть крымский травяной чай. Потом я хочу туда еще ромашку добавляю. И это мята с огорода. И еще вот такой чай я хочу показать. Я пью. Это для подписчицы. Может быть, она найдет такой чай где-нибудь у себя в городе. Вот такой я пью чай. Если уж не найдет, если я найду... Я даже не посмотрела в этот раз, есть у нас такой там же, где я покупала. Если есть, могу ей выслать. Поможет, не поможет, но я пью. Такой вот чай. Это не реклама, девчонки. Это просто я хочу показать подписчицы, которые с ногами у нее плохо, может быть, поможет, а может, не поможет, но это травы тут. Так что вот, присоединяйтесь ко мне, будем худеть вместе. Веду я вот таким, как сказать, не знаю, рулетик, не рулетик, ну, в общем, кабачки, здесь лук, мясо, помидорчики, все это запекалась в духовке и сверху сырком. Так, тушеные овощи и мясо. Куриная грудка. Вот у меня сегодня такой обед. Захотелось мне овощей. Сейчас хочется побольше овощей. Так что присоединяйтесь. Вот так все это выглядит. Ужинаю я вот голубцами. 2 таких голубчика. Это у меня такой ужин. Только сделала, горяченький еще. Вот. И вес. Сейчас весим, сколько это будет. Сейчас мы взвесим голубцы. Так, ну вот вес тарелочки с голубцами составляет 200. Это чистый вес. Без тары. 209 грамм. Вот такой у меня ужин. И сытные, полезные здесь внутри у меня куриные. Филе куриное. И добавила в него бурый рис. Проварила бурый рис и добавила. Вот такие голубцы у меня сегодня. Ну и, в принципе, они пойдут на завтра. Я же не один голубчик сделала. Так что... Завтрак, как всегда, могу показать завтрак. Я ем кашу льняную.
а потом уже все остальное, но через время. И получается у меня такой завтрак и а вот ужин. Ужин и обед у меня будут голубцы, так что показывать не буду, потому что одно и то же. Присоединяйтесь ко мне, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, комментарии. Всем пока-пока.